Владимир Путин встретился с членами российской олимпийской сборной в Кремле. Государственные награды получили чемпионы игр. Президент поблагодарил спортсменов за то, что они с честью прошли через суровые испытания, показали высочайшее мастерство, проявили лучшие волевые качества и подтвердили прочные позиции России в мировом спорте. Отметим, что победителей и призеров игр в Рио наградили также ценными призами. Они получили ключи от новых автомобилей марки BMW. На встрече Путин коснулся и темы отстранения российских паралимпийцев от международных игр в Рио. Как отметил президент, Россия организует специальные соревнования для паралимпийцев. Решение о дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне морали и вне человечности. Это просто цинично — отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни, на тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. Я, вы знаете, думаю, что это даже... Мне жаль даже тех, кто принимает подобные решения, поскольку они не могут не понимать, что это для них самих унизительно. Хочу сказать и нашим паралимпийцам: мы, разумеется, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, где вы сможете показать все свое мастерство, а поощрение для победителей и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам паралимпийских игр.